Всем привет! У меня пришла новая идея. Я посмотрела недавно видео, не помню, как канал называется. Там, сушилку рекламировали и заодно показывали, как сушат овощи, фрукты, в том числе разные потом приправы делают из сушеных, там укроп, петрушка, разные такие травы, и делают там. Ну, а я опять же про свои водоросли хочу рассказать. Вот у меня здесь 5 листиков, я еще беру один листик, я один взяла вместо щавеля, в супчик употребляла, и вот я беру один еще. Взяла один листик, и что я с ним буду делать? Я буду делать из него тоже приправу. Можно его взять порезать, можно вот так складывать. Вот. Это как фокусник, он складывает, ломает, рвет и потом разворачивает, и будет цельное. У меня нет, такой фокус не будет, у меня наоборот будет вот такое вот мелкое. Вот такие мелкие лепесточки. Я их сейчас вот так разомну, порву. Это можно даже задание детям давать. Они свои пальчики будут вот так вот разрабатывать. Вот здесь вот это им очень полезно. Вот. Ну и нам тоже не вредно взрослым это делать. Вот. Можно размельчить, как вам нравится. И вот эти водоросли можно добавлять абсолютно в любое блюдо. И они вкус не испортят. Можно ничего их размачивать, не надо ничего. Вот такие сухие сыпите или в салат, или в суп. Куда угодно. И их даже можно сыпать вот в последнюю очередь. Все. Все ингредиенты вы порезали там или сварили. Вот, и потом уже посыпаете водорослями. Вот иногда у нас нет, например, зеленого лука, не всегда у нас свежий зеленый лук. Можно использовать вместо лука. И будет очень красиво, вкусно и полезно. Я вот недавно только, я знала, что морская капуста полезная. Я ее покупала, ела, правда, она дефицит у нас в Эстонии, можно сказать. Такая, чтобы просто капуста. С разными добавками много, да. Чего только туда не добавляют. А вот просто вот чистой цветной капусты трудно купить. И когда я прочитала про водоросли, что они такие полезные, что их можно и нужно кушать, я решила их теперь периодически. Не постоянно, конечно, но периодически. Вот сегодня у меня будет суп, а это я сделала приправку. Я сейчас ее высыплю в баночку, сложу, и когда я буду готовить какое-то блюдо, я возьму так щепоточку, брошу или в салат, и будет очень вкусно. Все, на этом я заканчиваю. Всем удачи и исполнения желаний. Всем пока-пока!